вас всем. Привет. К вам приехал из Москвы. Я хожу в церковь, которая называется Часовня на Голгофе. И там пастырь. Его зовут Марат, его тут кто-то знает даже. Вот Марат, был... извини, Марат наш? Марат Сафин, да. И он, я был один из тех людей, которому говорил о Боге, рассказывал о Боге, рассказывал Евангелие, что сделал Иисус в моей жизни и вообще проповедовал. Вот. И когда, это интересно очень, когда он прошел реабилитацию, он собрался домой, я очень сильно хотел, у меня было такое побуждение, благословить его. И это была пятница, все пошли на учение, это изучение Библии. А я остался с ним, и он мне сказал, ну неужели ты не хочешь идти на учение? Сейчас учение, ты со мной тут остался. И я ему говорю, ну я и так совершенно, я все знаю, зачем мне какие-то учения. И на самом деле, чем больше я времени с Богом, тем я вижу больше свою несостоятельность, несовершенство. Но это не путем того, что я копаюсь в себе постоянно, наблюдаю в себе, смотрю. Это из-за того, что я наблюдаю, смотрю на Христа, какой Он прекрасный, какой Он совершенный. Вот. Но это было смешно, потому что Он мне это рассказал, я это не помнил. Вот. И когда Он уходил, я Его благословил и сказал, что ну, если ты любишь Бога, если ты хочешь следовать за Ним, то Он тебе приведет в такое место, где ты будешь не просто счастлив и довольным, но и будешь жить, служить. И так произошло. Он мне, когда вот мы встретились, Он об этом мне свидетельствовал. И в принципе мы к этому и призваны, чтобы благословлять людей. Библия говорит, чтобы мы молились за врагов, не благословляли врагов, а молились за врагов, благословляли тех, кто нас проклинает. И я его благословил на выход, и он меня благословил на вход. Так получилось, то, что я, когда ушел из Рета, я не блуждал по церквям. Меня Бог прям прямым путем привел в собрание, где я очень счастлив и доволен. И когда меня Максим пригласил приехать к вам, я сказал, ну, меня Максим зовет сюда, в гости, посмотреть, как тут живут ребята, как это. Рассказал ему в двух словах вот эту историю о этих мушкетерах и гвардейцах кардинала, да? Мушкетеры, они с гвардейцами кардинала не общались, да. Объяснил ему ситуацию в двух словах, и он мне, хотя получается, что он там, может быть, позже меня намного уверовал, но я к нему его воспринимаю как пастырь и могу такие вопросы с ним решать, советовать, спросить совет, как сделать лучше, чтобы было правильно. И он мне такой очень хороший совет дал. Он сказал, что если тебя люди просят послужить, и если у тебя есть возможность, то надо послужить, а все остальное – это политика. И я вот хочу оставить в сторону политику, да, и если у меня есть возможность и такая возможность послужить, я вот хочу всегда это сделать. Послужить людям, которые нуждаются в этом, которые принимают. Вот. И я не хочу там повредить Божье Слово, хочу только говорить по Божьему Слову, поэтому давайте откроем Исход, 3 глава. И мы прочитаем один стих, и в принципе вот на этом стихе останемся, и его будем разбирать. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадианского. Однажды повел он стадо далеко в пустыне, и пришел к горе Божией, Хоривом. И вот этот стих мы попробуем разобрать, и останемся в нем. И иногда ты думаешь, вот один стих, неужели он нам может там заполнить там... 30 минут мы о нем можем говорить, как будто просто один стих очень сжатый. И я один раз был в этой в Третьяковской галерее, это вы знаете, что это такое? Знаете, но не были, да, пока надо просить экскурсию, да? Это там очень много картин, и я как вот в принципе не очень разбираюсь в живописи, я просто пробежал эту всю Третьяковскую галерею и увидел одну картину, это как венчание, типа там венчание было, мужчина. Жених, невеста, поп, который их венчал, и сзади куча народа. И когда я шел обратно,
там стояла бабушка, экскурсовод, и она объясняла про эту картину, что это значит. И она говорит, эта картина называется «Неравный брак». Видите, жених, он очень старый и некрасивый. Посмотрите на невесту. Она очень красивая и очень молодая. Рядом стоит ее отец, обанкротившийся человек, который выдает свою дочку заведомо на несчастный неравный брак богатому там, дворянину. Сзади стоит ее возлюбленный, там показывает, такой человек стоит, и там его друг ободряет. Говорит, священник, который благословляет брак, это олицетворение лицемерной религии. И, короче, я стоял и слушал 15 минут, как вот она объясняет вот эту картину. И картина вдруг ожила, да, и мне так вот понравилось, я даже хотел стать экскурсоводом, но меня не взяли вести экскурсии. И вот этот стих мы тоже самое попробуем разобрать. Мы тут видим Моисея и Афора. И Афор был тесть Моисея. Если он тесть, то это о чем говорит нам? Что у Моисея была жена, да, которая дочка вот этого Афора. Священник он был мадианский. И смотрите, что делал Моисей. Моисей пас овец. И хотя, допустим, если мы посмотрим социальный статус священника и пастуха, какой выше статус? Всем понятно, что священнический статус, он намного выше. Но почему Иофор не устроил Моисея, какую-нибудь дал ему должность, там, допустим, зам священника? Вы знаете, вот есть такое в Библии много примеров, когда вот это кумовство никогда хороший результат никакой не приносило. Если мы вспомним дети Самуила, Самуил был очень верный человек Богу, но его дети не были такие верные, как Самуил. И народ был недоволен, что дети Самуила, они тоже судьи. И таких примеров очень много. И тут не информация о том, что, вот, допустим, если у меня есть родственник, то он должен быть близко ко мне. Это не об этом я хотел говорить. Я хотел говорить, что мы люди, мы много раз лицеприятны. То есть мы... Те, кто нам нравится, мы к себе приближаем, вне зависимости от того, есть у них способности, есть ли у них дары, есть ли у них как бы вообще призвание какое-то. И я однажды понял, что я лучше буду иметь дары, не имея служения, чем я буду иметь служение, не имея даров. И Иофор, не знаю, понимал он, кто такой Моисей, не понимал, но он не приблизил его из-за родства к священству или каким-то должностям. Он говорит, ты иди паси овец. И, вы знаете, много раз... Водичка есть какая-то? Кофе больше? Бог... Да, много раз Библия говорит, учит, что Бог, он не смотрит на лицо, он смотрит на сердце человека. Как мы выбираем себе приближенных, и как мы выбираем тех людей, которые рядом, мы смотрим много раз на лицо. И в Библии есть очень хороший пример, это у Иакова было две жены. Лилия, она была слаба глазами, то есть она была некрасивая. И Рахиль, которая была... прекрасно старым. И если мы посмотрим жизнь вот этих двух женщин, да, то получается, то через Лилию она была настолько плодоносная, настолько плодовитая, что она была дана Иакову Богом для того, чтобы из этой совместной пары произошел колено Иудина, да, из колена Иудина пришел Иисус. Но то, что хотел приблизить к себе Иаков, и то, что хотел выбрать Иаков в виде глазами, он хотел Рахиль, он не хотел Лилию. И если бы там произошло так, что Лилия осталась в стороне, мы не знаем, как бы развивалась история, но много раз мы так делаем, что мы приближаем к себе то, что нам нравится глазами. И получается, что мы становимся лицеприятными. Да? И то, что Бог посылает к нам, к нашим жизням, мы не хотим с этим работать. Мы хотим работать с тем, что нам нравится. И от этого много раз зависит плод именно нашего служения, либо нашей какой-то жизни, что мы делаем. Мне очень нравится пример Саула. Да? Я вам прочитаю историю.
Первый царств 14:4. Первый царь 14:4. Нет, 14:52. И была упорная война против филистимлян во все время Саула. И когда Саул видел какого-либо человека сильного или воинственного, брал его к себе. И мы видим тут, что царь Саул, когда видел какого-то сильного человека, потому что Саул был сам тоже сильный, он был высокий, выше всех в Израиле, был, плечи у него были большие, и он был очень сильный. И когда он видел человека подобного себе, то есть он сразу его к себе приближал, у него не было людей там другого склада ума, у него не было людей, которые могли исправить его, сказать какие-то нужные вещи в нужный момент. То есть он создавал по своему образу и подобию круг общения. И что тут говорит, что была война упорная во все время. Пока Саул так жил, он все время воевал. То есть филистимляне никогда не отступили от него. То есть он был все время в нагрузке какой-то. А если мы смотрим, допустим, жизнь Давида, то Бог давал ему покой, давал ему какой-то мир, времена отрады, для того, чтобы он мог размышлять. И ты смотришь окружение Давида, там были все люди. К нему приближались все, как это, да, хромые, больные, там, должники, все. И то, что было, он из этого создавал армию, которая побеждала все вокруг. Он не делал какое-то элитное общество, да, которое были все высокие, крепкие, сильные, красавцы такие. Нет, то, что Богом было направлено к Давиду, он с тем и работал. И то, что было направлено к Иакову, Лиле и Рахиль, он с этим и работал. И ты, если смотришь, допустим, по жизни Иакова, то Рахиль, она умерла при дороге. Она не прошла всю жизнь с Иаковом вместе, она умерла при дороге. Тот, кто был погребен в одном месте, Иаков и Лия. Лия сопровождала Иакова всю жизнь его. И то, что Бог нам направляет, мы вот с этим и должны работать. То есть мы не должны выделять из нашего общения каких-то одних людей и отдалять других. То есть то, что приходит, то и должно, с тем мы, можно сказать, и должны работать. И вот дальше чуть посмотрим, что вот этот Иофор, он был священник мидианский. И если я спрошу, допустим, что значит Иофор, я думаю, что тут никто не ответит, кроме одного человека. Да, мы знаем, кто это. Иофор, ты знаешь, что это значит? Переводится как? Это значит возвышенный. То есть человек, которого ты называешь, это вот возвышенный, да? Его имя не Юра, не Саша, не Паша, а возвышенный. И допустим, если я сейчас такой эксперимент попрошу вас сделать, закрыть глаза на минутку, да, и возвышенный, вот кого ты видишь, это человек должен быть, да, возвышенный. Кто это? И мы сразу там, допустим, если я так вот представляю, то я там думаю, ну это, наверное, какой-то там пастырь, да? Или это какой-то там проповедник, там, или какой-то великий человек. И если мы так думаем, то мы становимся идолопоклонниками. Почему? Потому что мы человека превозносим, вот это великий человек. Это вот он великий человек. Но Библия, что говорит по поводу возвышенного человека, да? Что мы один другого почитали как? Выше себя. И вы знаете, мы грешные люди, и мы склонны делать из человека какого-то возвышенного. Это склонность такая человеческая, грешная склонность, что вот мы видим человека какие-то достоинства, и мы его превозносим, что вот этот человек возвышенный. И, допустим, если вы меня будете считать возвышенным, да, вы меня не знаете, да, хорошо, да, потому что вы меня назвали униженным, да, но если это, допустим, мы какого-то человека выделили, какой-то он очень способный, очень возвышенный, то мы
его превозносим, мы идолопоклонники. То есть мы всех других считаем за мусор, не общаемся, а вот этот человек, да, наш пример. И склонность человеческая принимать вот эту похвалу. То есть мы склонны к тому, что что-то мы сделали хорошо, и мы вот чувствуем себя хорошо. И была такая история в Деянии, где Павел, он исцелил человека, который был хромой. И весь город пришел в такое волнение и сказали, это боги пришли. Давайте заколем жертву, принесем им жертву, сделаем какой-то праздник, потому что боги пришли на эту землю. И Павел их удержал, сказал, нет, мы такие же люди. Но вы знаете, что вот искушение какое есть внутри вот этой ситуации, что можно сказать, ничего себе, какой Бог мне дал авторитет. Может быть, я возьму чуть-чуть этот авторитет, тогда я могу людей достигать, я могу им сказать, что нет, не я Бог, а вот вам нужно так делать, вам нужно так делать. Но Павел, вот у него было развлечение, чтобы сказать, что нет, я ничего, я такой же человек, как и вы, с такими же проблемами, с такими же ногами, как и у вас, которые иногда пахнут, и я такой же, как и вы, я никакой не Бог, да? Я такой же, как и вы. И искушение превозносить человека и искушение принимать вот эту похвалу, это очень опасно. Поэтому мы должны почитать ближнего, кто рядом с нами, что он больше, чем мы. И это нам поможет вообще относиться правильно к людям. Потому что есть такой мудрец, который сказал, что мы вообще должны относиться друг к другу, как к учителям. Потому что каждый человек способен нас чему-то научить. Либо что-то делать, либо что-то не делать. Вот. Не почитать его учителем, а относиться как к учителю. И это очень хороший как это, совет для нас. Вот то, что касается, когда мы возвышаем какого-то человека одного, то мы должны посмотреть в свое сердце, есть ли у нас страх приближаться к этому человеку. Если есть страх приближаться к этому человеку, потому что ты его в своем сердце вот, считаешь, он такой высокий, что мне нужно как-то подготовиться, чтобы к нему приступить, то ты в большой ловушке. Библия учит нас, что если у нас есть страх Божий, то у нас пропадает всякий страх. Но если у нас есть нету страха у Божьего, то у нас появляется очень много других страхов. Страх перед человеком – это вообще самая большая ловушка, которая только может быть. Потому что человек, любой, какой бы он ни был, он только плоть и кровь. Человек, который он есть, он, как Иоанн Креститель говорит, он от вышних, а мы от низших. То есть ты и я, мы в равных условиях, да? Мы также нуждаемся в прощении, в обновлении, в исцелении каждый день, в очищении. То есть нет такого человека, который бы отличался от тебя. Вот. Но что мы можем из этого подумать? Что человек, который, допустим, вот руководит нами, или человек, который там вот поставлен, чтобы нам помогать, что мы должны ему как к братишке относиться? Нет, Библия нас учит почитать, да, старцев, уважение, почтение, исправлять в духе кротости. То есть я не говорю о каком-то безуважении, я говорю о том, что почтение, да, мы должны оказывать друг другу, уважение надо оказывать друг другу, и не выделять каких-то супер одаренных людей, потому что сам Павел, он говорит, что я в людях, которые выше меня, не вижу ничего особенного, да, что я по плоти как бы не оцениваю никого никак. И вот этот момент я вот увидел вот в этом стихе, что как я должен относиться к людям, да? Почитать человека, который со мной, что он больше меня, и человек, который больше меня, не почитать его вышним, да? Почитать с уважением. И тут очень интересный момент, что вот этого Иофора есть два имени. Одно имя это Иофор, а другое имя Рагуил. Да, если вот тут мы во второй главе Пасхи прочитаем. Тут написано. И пришли пастухи, отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, это
дети Рагуилова, отцу своему, и сказали, что вы так скоро пришли сегодня. Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец. Он сказал дочерям своим, где же он, зачем вы его оставили, позовите его, пусть он ест хлеб. И Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сифору, и она родила сына. И вот тут говорится, что вот этот священник, он был имя Рагуил. И я посмотрел, что значит Рагуил. Это Рагуил переводится как доверенный Богом. То есть Бог доверял Рагуилу вот этих странников, которые бежали от своих проблем, бежали от каких-то, может быть, своих грехов, бежали от своего прошлого, или от своего настоящего, или от того, что предстояло ему сейчас жить. И знаешь, как Библия говорит про друзей. Иисус назвал нас друзьями из-за чего? Какая характеристика должна быть у друзей Бога? Кто знает? Мысль хорошая. Потому что он нам все сказал, что он знает то, что он знает. Ну, я могу знать то, что он говорит. Но если я делаю, я друг или нет? Он говорит, в Иоанна написано, что вы друзья, если исполняете то, что я вам говорил. То есть, да, это тут очень важно знать то, что Бог хочет от нас. И важно, очень важно делать то, что Он хочет от нас. Если ты, да, вот в своем сердце, у тебя есть желание помогать людям, ты должен стать вот этим Рагуилом. То есть ты должен стать человеком, которому Бог доверяет судьбы других людей. Мы сами не спасаем, да, никого. Никого не спасаем. В Деяниях есть очень хороший отрывок, когда ученики молились, они говорят, дай нам с дерзновением проповедовать Твое Слово, а Ты простри свою руку над исцелением, над чудесами и приводи спасаемых в церкви. То есть мы никого не спасаем. Мы, люди, никого не спасаем. У нас единственное оружие, которое есть, это Слово Божие, меч, да, которым мы можем проповедовать для того, чтобы люди узнавали о Христе, и сам Христос будет спасать людей, которые в такой ситуации, как Моисей, который бежал от своих проблем, он был убийцей, он был очень гордый человек, вот это, прибежал к этому Рагуилу. И если ты, вот, допустим, у вас тоже, да, то центр, вы тут работаете с людьми, то есть ты должен быть послушным Богу и делать то, что Бог хочет от тебя. Написано все в Слове, да, есть. И много того, что Иисус просит, того, что мы делали, тут все есть, инструкции. О них мы говорить не будем. И послушание Божьему Слову делает из тебя человека доверенного. Это, вот эта история очень похожа о притче «Добрый самарянин». Да, когда человек попал в беду, лежал, умирал, прошел один человек, не помог, прошел другой, не помог. А добрый самарянин, он пришел, у него должно было чем помочь этому человеку. Если, допустим, я ничего не имею в своей жизни, чем помочь, то я и могу тоже пройду мимо, потому что мне нечем помочь. Но у этого доброго самарянина было вино, было масло, был осел. И это можно как бы поговорить об этом, что это значит, но у тебя должно быть с чем, да? С чем помочь человеку. И вот это у Моисея так произошло, что появился человек, доверенный Бога, который был возвышенным, который мог ему помочь на том уровне, который ему помог. И мне дальше очень нравится, что, смотрите, что Иофор, он же Рагуил, он никогда не влиял на желания и на мысли Моисея. Он был ему советчик, он был ему консультант, но он никогда не говорил, как ему нужно сделать. И тут написано, что овцы были Иофора, и написано, однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И кто пасет овец в пустыне? Кто-то пасет овец в пустыне? Это очень странное место. Пасти овец в пустыне. Очень странное место. И вы знаете Амона, да? И вот он один раз мне рассказал такую историю, что
было собрание какое-то, и он открыл стих, там было открытое собрание, то есть все могли задать вопросы, и там человек отвечал на вопросы. И одна девушка там задавала вопрос, и ОМОН открыл эту Библию, там написано, жены пусть молчат в собрании. И засмеялась каким-то человеком. Ему спросили, ну что ты смеешься, давай поделись этим стихом, какой смешной. И он сказал вот этот стих, что там, что женам надо молчать. И там оскорбил девушку, и такое время у нее трудно началось. И он мне говорит, что ты знаешь, я был уверен, что это нельзя говорить так, что это обидит людей, это вообще было неправильно. Но говорит, я не знаю, что я как бы сделал это. Это не была глупость, это просто у меня кого-то из-за язык взяли и так вот поболтали. И говорит, и у меня началось время пустыни. Но из этого времени пустыни, знаете, что родилась? Песня вот эта, возвеселится пустыня и сухая земля, расцветет как сад. То есть ему нужно было это время пройти, потому что он мне сам говорил, что вот в этом времени он, говорит, больше на коленях, чаще, чем в это время, я никогда не стоял. И вот Моисей, понимаете, суть детей Божьих, это которые водимы чем? Духом, понимаете? И много раз желания и намерения, которые у тебя возникают, ты иногда не понимаешь, почему вот это намерение, почему вот это желание, но твоя способность двигаться, да, и поступать по воле Божией, по влечению Духа, вот это есть определение того, что ты Сын Божий. Допустим, Павел, когда он говорит, что я по влечению Духа иду в Иерусалим, ему пророк говорит, смотри, как будет, тебя так вот замотают, тебя там накажут, тебя это, он говорит, я это все знаю, но по влечению Духа я иду. И Библия, да, и Слово Божие призывает, чтобы мы были вот эти сыны Божьи, которые могут жить не по букве закона, который убивает, а по вождению Духа Святого. И есть много примеров, когда люди, да, делали вещи, которые не логически были. Еще один пример, это Павел, да, когда он говорит, что он уже очень ученый был, он почти что как Иисус, на втором месте он был. И когда ему Иисус говорит, уходи к язычникам, я тебя отправляю к язычникам, чтобы ты достигал этих людей. Он говорит, Иисус, меня тут все знают в Иерусалиме. Представляешь, какое сильное свидетельство будет. Я сейчас начну всем людям говорить, все покаятся, все уверены. Он говорит, тебя здесь не примут. Уходи, да? И влечение Духа Святого много раз, оно не... Его нельзя объяснить, вот почему так вот влечение. Мы можем только по плодам узнать, да? Потом, когда плоды созревают, мы понимаем, что решение было правильным или неправильным. Или то даже спорное, потому что мы можем подумать, что если Павел не пошел бы в Иерусалим, ну сколько бы еще бы писем написал, сколько бы он бы еще всего сделал. Но Бог так не смотрит. Бог хочет, чтобы мы в своем взрослении научились ходить в Духе Святом. Но ухождение в Духе Святом, первое, ты должен понимать голос, да, как Иисус говорит, что овцы мои знают мой голос и следуют за ним. То есть ты должен отличать, что то, что приходит в твою жизнь, это от Бога. И для этого, может быть, мы нуждаемся в навыке. Вот. И еще один очень важный момент для того, чтобы мы могли быть водимым Духом Святым, да, и быть руководимым Богом, в нашей жизни должен быть страх Божий. Без страха Божьего мы можем очень легко перепутать, выдавая желаемое нами за влечение Духа Святого. Но страх Божий удерживает нас от греха, страх Божий, он научает нас мудрости, и Моисея, в этой истории, Моисей получает от Бога Божий страх. И это произошло, знаете как? Бог говорит Моисею, иди, я тебе даю задание, иди в Египет и выведи мой народ. Он говорит, ну я плохо говорю. Он говорит, я даю уста. Ну что я сделаю, как я сделаю? Я ничем не обладаю таким выдающимся, чтобы сделать твое задание. Он говорит, а что у тебя в руке? Он посмотрел, говорит, ну посох. Он говорит, кинь его на землю. Моисей кидает посох на землю, и вот этот посох превращается в змею.
И в Египте культ змеи был очень сильный. И там у нас чем пугали детей? Там бабай, да, придет или там кто-то еще. А Нет. Меня пугали детей. Я боюсь до сих пор. А в Египте культ змеи был. И там змеи везде, да, даже там на короне, там заговаривают. И ему явно, что у Моисея был страх перед змеями. Почему? Потому что он развернулся, увидел змею и побежал от змеи, чтобы спасаться. Бог ему говорит: стой, возьми змею за хвост. Моисей нагнулся, взял посох и змею, и змея опять стала посохом. И это, знаете, о чем говорит? Говорит о том, что Бог позволяет тебе разобраться с твоими страхами. То, что ты от чего всегда бежал, то, что гнило тебя, все то, что тебе давало такой, как внутренний страх, он говорит: это победа, я тебе даю победу над этим. Говорит: посмотри на руку. Он себе посмотрел на руку, говорит: засунь ее за пазуху. Он ее засунул, вытащил, и она была белая в проказе. И это говорит о том, что к служению, да, рука это, чтобы служить, что нельзя подходить с грязными руками и с грязным сердцем, потому что он засунул там, где сердце, и вытащил, и было все грязное. И помимо этого еще образа, у нас есть образ, что у Бога наши жизни, они в его руке. И вот он одним движением раз дает жизнь, забирает жизнь. И он говорит, что вот как твоя рука была здорова, и ты был здоров, и не как казалось, жизнь только начинается, тебе там сколько, 80 лет. А говорит, засунул, и все, болезнь, которую убивал в то время. И наша жизнь, она в руках Бога. И он вместо того, чтобы вот эти страхи человеческие, Бог дал ему Божий страх, который Моисей понимал, что жизнь, она в руках Божия. И хождение с Богом, оно подразумевает, что желание и намерение вкладывает в нас Бог. И быть руководимым от Духа Святого, это и есть вот это опыт взрослых людей, которые могут различить в своей жизни влечение Духа, да, и исполнить вот это. И без страха Божьего мы можем уйти в сторону. Поэтому вот такой маленький урок, чтобы мы понимали, что мы относились к людям, которые рядом с нами, как люди, которые посланы Богом в нашу жизнь, для того, чтобы им помочь. Если ты будешь пренебрегать людей, которых мало всегда, которых Бог тебе приближает, ты никого не завоюешь. Если ты их будешь уважать и почитать, как людей, которые направлены к тебе Богом, то ты будешь как Рагуил, вот этот, да, который доверенный Бог. Бог тебе доверяет людей, которым реально ты можешь спасти. Не спасти, а помочь. Не которых ты будешь использовать, не которых ты будешь манипулировать, а которым ты можешь помочь. И научить людей почитать друг друга, это очень важно. Мне очень легко уважать своего пастыря, потому что он от этого от меня не требует. Он не требует почтения, он не требует, чтобы я в курсе его ставил. Это требует от меня Библия, да, и Бог, чтобы я почитал его, уважал. Я отношусь к нему как человек, который выше меня. Хотя, допустим, так вот смотреть, он пришел в центр, когда я там был, может быть, 5-7 лет уже. Я ему говорил, что тебе надо покаяться, понимаешь? А сейчас он стоит за кафедрой, учит меня. Но мне это никакого проблемы нет. Я принимаю его. Он выше меня. Я вижу, что Божья благодать и свобода во Христе, она способна научить в 10 раз больше, чем 10 учителей, которые рядом. Поэтому как хорошо, когда у нас в жизни есть вещи, которые нам даны Богом, да, Его благодать, да, Его милосердие, которое обновляется каждый день, Его страх, который нас научает, да, уходить от греха, Его милость, которая как бы вдохновляет вновь и вновь. И как хорошо, что Он оставил нам Слово для того, чтобы мы читали его и учили. Все, спасибо.